Кавказ здесь, только для вас. Всем браткам посвящается. Приветик, друзья. Вот мы уже в аэропорту Жуляны. Новый очень классный терминал. Он убегает, но я хочу вам показать. Я вот уезжаю с моим другом, гомосексуалистом Андреем. И еще с нами есть третий персонаж. Это Тигра. Как вы знаете, я без Тигра никуда, потому что с Тигра очень удобно спать и вообще. Скоро, уже очень скоро мы окажемся в Грузии и будем там есть грузинскую еду, спать с грузинскими женщинами и кататься по и грузинскому мужчинами. Снегу. И Андрей планирует спать с грузинскими мужчинами. Всем браткам посвящается! Андрей, ты рад, что поедешь в Грузию? Почему? Андрей на самом деле очень рад, что поедет в Грузию. Просто он этого не показывает. Он радуется внутренне. Внутренне счастлив. Всем браткам посвящается. На самом деле, когда вы экономите деньги, покупая билет в Визаир, вы наверняка не знаете о том, что вам придется преодолеть марафонскую дистанцию от автобуса до самолета, чтобы успеть занять хорошее место. С препятствиями. Да, с препятствиями, с детьми. Детей специально подставляют вам под ноги, чтобы они спотыкались и топтали их. Но мы все преодолели, вы знаете, мы пролезем в любую задницу без мыла, и в эту задницу мы залезли тоже. Поэтому Андрюша сидит здесь и уже немножко более доволен, нежели раньше. Взлет через 7 минут. Всем браткам посвящается! В салоне самолета уже выключили свет, и мы через несколько секунд сядем. Какая-то пьяная делегация поет сзади песню «Авокадо», которую написал Миша. Неважно, кто ее написал. Я специально включил камеру, хоть этого и нельзя делать. Сейчас послушаем, будут ли эти люди, специально избегая слов на букву «Д», хлопать. Ведь это так важно, похлопать. Люди ведут себя, как будто летят в Турцию, а не в Грузию, где все очень строго и за такие вещи могут наказывать. Итак, 2 секунды. Кавказ. Мне кажется, их просто примут сейчас всех.